Основной темой форума стали вопросы ЖКХ, одни из самых животрепещущих и популярных среди населения. То, что касается каждого. Основные риски, которые возникают в нашей работе, это как раз по организации работы местного самоуправления, чем занимается управделами, и жилищно-коммунальное хозяйство, которое включает в себя и благоустройство, и дороги, и тепло, там, и водоснабжение. Хотим рассмотреть, как можно предотвратить возможное негативное развитие ситуации и как прийти к более правильному, быстрому, грамотному решению. Найти быстрое и правильное решение – важная задача для руководителей муниципальных образований. От качества жизни людей напрямую зависит и политическая стабильность. С советами с коллегами поделился министр ЖКХ Александр Мулёвин. Максимальная открытость, она должна присутствовать, она должна быть со всех сторон. Более того, вот от качества подготовки вот этих ответов, которые мы вместе с вами делаем, тоже очень многое зависит. К сожалению, иногда мы сегодня видим и сталкиваемся с не совсем корректными ответами на четко поставленные вопросы. Обсудили и то, как должна действовать власть на местах в современных условиях. Беспрецедентное санкционное давление и жизнь в период проведения специальной военной операции. Реалии, в которых сегодня существуют регионы России, но которые не отменяют достижения главных национальных целей, поставленных президентом – сохранение населения, здоровья и благополучия людей. В настоящее время в условиях сложной геополитической ситуации, в условиях спецоперации, которую ведет Россия для защиты наших национальных интересов, особенно важным является анализ ситуации на местах, на уровне местного самоуправления и решение тех вопросов, в том числе вопросов актуальной повестки, которые связаны с нынешней ситуацией, поиск оптимальных путей решения. Участники встречи закрепили полученные знания на лекциях и мастер-классах. Продлится форум муниципалитетов до 13 октября. Следующая встреча планируется в ноябре вместе со специалистами Центра управления регионом. Анастасия Давыдова, Антон Латышев. События дня.